С каждым годом в Сергиево-Посадском округе становится все больше обновленных школ. После 22-й, 11-й и 14-й капитального ремонта дождалась и школа номер 4 на Угличе. Финансирование предусмотрено по региональной программе развития образования. Зданию школы уже более 55 лет. Капитального ремонта здесь не проводилось ни разу. В здании менялись окна, делался косметический ремонт, проводился ремонт сантехнических узлов, но капитального ремонта электрики, сантехники, отопления в школе не было. Школа устарела не только морально, но и физически. Стены промерзают, когда идешь по коридору, чувствуется, где провальные полы. Много претензий к пищеблоку, который не соответствует современным требованиям. Есть проблема с кровлей. Кровля у нас не имеет теплоизоляции, и поэтому постоянно идет подтаивание снега, и дальше вся эта вода стекается в виде сосулек. И вот борьба с сосульками идет на протяжении всей зимы. Капитальный ремонт позволит не только починить крышу, обновить все коммуникации, сантехнику и электрику, но и сделать учебное заведение современным и оснащенным по последнему слову техники. Подрядчик уже определен, это Ивановская строительная компания. Они выиграли аукцион и уже заключается контракт. Они уже приходили знакомиться со зданием, с нашими пожеланиями. Мы на связи. До 29 декабря школа должна освободить помещение для строителей. Учебный процесс с 9 января дети продолжат в соседних школах и библиотеке. Учащиеся с 1 по 4 класс будут обучаться во вторую смену. Рядом школа, которая находится, отремонтированная школа, школа номер 11. Обучающиеся с 5 по 9 класс включительно будут обучаться в школе номер 2, расположенной также в данном микрорайоне. И учащиеся 10-11 классов будут обучаться в здании библиотеки, которая расположена в микрорайоне Углич. Для тех, кто будет учиться во вторую смену, занятия начнутся с 13:30. Для малышей уроки закончатся не позже 16:30. Для старших классов не позже 18 часов. По этому же графику будет работать и столовая. Капитальный ремонт планируют завершить до 15 августа 2024 года, чтобы уже к 1 сентября школа открыла для учеников двери в обновленные классы. Оксана Перевозникова, Екатерина Солдатова, ТВР-24.